Что надо сказать? Привет! Привет! А у нас сегодня посев лука, да? Ты знал об этом? И ты уже готов, одел рабочую форму, да? Все будешь делать? Помогать будешь? Что будешь делать? Как будешь сеять делать? Лук. А ты знаешь, как его сеять? Да. Закапывать земельку. Правильно! Так что вас сегодня Глебушка будет учить, как нужно сеять лук. То есть сеять семена, чернушку сладкого ялтинского лука. Да? Да. Ты что-то хотел нам еще рассказать? Может быть, расскажешь, что потом мы с этим делаем? Потом мы лук продаем. А теперь Данил равняет землю в парниках, чтобы она была равномерной, чтобы не было никаких комочков, и чтобы распределить хорошо навоз с землей, перемешать его. Вот. Все камушки мы убираем, выкидываем, чтобы рассаде было удобно и хорошо расти. Ну вот что получилось. Теперь эту землю мы будем прихлопывать. Вот так. Наша задача сейчас только прибить земельку, выровнять. Кстати, в этом году мы поменяли землю в парниках. Смотрите подсказку сверху, как мы это делали. Лесная земля немножко. Это лесная земля. Ведро земли, ведро навоза. Это это чернозем. Ну, это перегнивший навоз. Понятно, перегнивший навоз. Глебушка, ты помогаешь? Да. Ну, ты помощник. Теперь мы сыпем золу. Красота. Как снежок. Как снежок, да. Для чего мы вносим золу в землю? Во-первых, для того, чтобы обезвредить всяких там жучков, паучков, чтобы меньше бактерий всяких было вредных в земле. И это служит как удобрение дополнительное. А потом еще для того, что именно в посев лука мы ее вводим, для того, чтобы понимать правильное распределение семян. На, Данил, семена. Сейчас он их рассыпает. А теперь мы это все перемешиваем. Вот видите, как отличается навоз от пепла и земли. Контраст. Вот когда белая станет вся земля, то мы поймем, что семена распределились правильно по всей земле. Профессионал идет. Где профессионал идет? О. А перчатки не жмут? К нам присоединилась моя мама, наш главарь банды. Главный посевной. Да, она нам будет помогать. Сейчас я буду сеять, вы будете смотреть.
Ну, в принципе, уже кто в прошлогодние наши видео смотрел, то уже немножко в курсе дела. Вот сейчас мы будем сеять семена. Землю мы подготовили, чтобы она отличалась от основной земли, которая в парнике, чтобы равномерно посеять лучок. Вот смотрите, как это будет выглядеть. Чтобы равномерно распределить семена и рассчитать землю присыпочную, значит, будем сначала слегонечко пройдем, потом еще раз, и вот так подсыпать. Тогда семена ложатся ровно. Вот одним слоем я засыпала парник. Здесь сразу видны где-то пропуски, где-то тонким слоем посыпано. Поэтому я сейчас буду опять же таким же образом проходить второй раз. Вот этот парничок у нас примерно где-то 6 квадратных метров. И на 6 квадратных метров получается у нас уже вымеренный 200-граммовый, даже 250 грамм. Стакан семян вот на эту площадь уходит, но может быть можно и больше сеять, кто как сеет, кто погуще, кто пореже любит. Ну вот так мы вымерили годами, у нас получается где-то 1012-15 с этого парника получается рассады уже готовы. Доча, может, ты попробуешь? Если ты добро даешь, давай. Даю добро. Проходи курс молодого бойца. А я буду подсказывать, что не так. А может, и все так будет. Держи. Да, я когда-то пробовала. Я думаю, что... Не торопись, главное. Все получится. Не нагребай много. Между пальцами старайся просто. Вот так, да. И чтобы ни куча не было. Больше так вот рукой телефон. Я просто хочу, чтобы оно засыпалось. Не надо сильно сразу. Потому что может... Потоньше надо, да, слой? Да. Потоньше, легонько, раз-раз туда. Больше так между пальцами просыпай. То вот тут штучка получается там. Ага. Не надо разгребать, уже как есть, так есть. Ну вот так примерно. А этот парничок мама доверила мне. Посмотрим, что с этого получится. Я думаю, что никуда он не денется и вырастет. Теперь второй раз мы проходим. Засыпаем все пустые места, которые остались. Теперь мы обязательно ставим дуги, чтобы сверху натянуть пленку. Вот такие-то дела. У нас такой холод наступил. Мы поодевали шапки, теплые пайты. Серьезно, ветер и холодно. Короче говоря, мы сходили, пообедали. Пришли теперь на полив. Будем поливать.
то, что посеяли. Мы уже примерно знаем, на парник идет 5 вот таких поливалок. Потому что год из года все одно и то же. Почему мы это делаем с такой поливалки? Для того, чтобы земля наша, которая сверху присыпана, на самом деле по себе очень легкая. Чтобы мы ее не вымыли, не подмыли. Также семена. Короче говоря, очень аккуратно надо поливать, чтобы семена не поднялись наверх. А теперь мы натягиваем сетку на парник, чтобы парник наш не сдуло ветром. Вы представляете, какие мы везучие? Мы накрыли парники, и дождь пошел. Блин, вот это нам повезло круто, что мы не под дождем это все делали. Ух! Все, до новых встреч, товарищи!